К нам присоединяется Эскендер Бариев, председатель правления Крымско-Татарского ресурсного центра и член Меджлиса Крымско-Татарского народа. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ну вот по поводу помощи от Соединенных Штатов Украины, главная тема этой недели. Интересно, как оккупанты в Крыму отреагировали на эту помощь, потому что среди нового оружия будет довольно много ракет «Атакамс», и под их удары могут оказаться позиции российских войск на оккупированных территориях. Потому что вот эксперты называют, военные эксперты называют ключом к освобождению Крыма эти ракеты. Ну, я скажу так, что сказать, что такой вот появился в средствах массовой информации на территории Крыма такой ажиотаж или какая-то паника, я бы не сказал бы, потому что, ну, скажем, наши соотечественники не дают такую информацию. Но при всем том, они больше, если говорить о передаче оружия, то их основной посыл в том, что, оказывается, американцы еще тайно передали в марте «Атакамс» для Украины, и поэтому Украина могла там наносить какие-то там либо удары. Вот. А говорить о том, что они пытаются все-таки, дают информацию, но что там возникла какая-то паника, что вот будут сильные удары по Крыму и так далее, такого нет. Я думаю, это делается целенаправленно для того, чтобы сохранять, ну, спокойствие в Крыму, и таким образом они системно продолжают демонстрировать то, что достаточно эффективно и работают ПВО Российской Федерации, и то, что они смогут обеспечить защиту Крыма. Другой вопрос, что вот данную информацию больше, ну, наверное, больше и чаще говорили, если так сравнивать, о том, что был задержан и подозревается замминистра обороны Тимур Иванов. И вот как раз-таки почему-то вот об этом больше говорят в средствах массовой информации. Ну и, а также его там еще один помощник, которого вот недавно также задержали. Ну и что касается средств массовой информации, то гауляйтер Аксенов, он постоянно и системно говорит о том и выступает о том, что все жители Крыма не должны ни в коей мере, и гости Крыма не должны снимать, фотографировать там системы ПВО или какие-то взрывы, или какие-то, скажем, если там что-то происходит, то не должны снимать на телефоны и выкладывать на социальных сетях. То есть речь идет о том, что они максимально пытаются, ну, скажем, продемонстрировать, что, ну, как бы ничего особенного не происходит, и Крым готовится к 9 мая и далее к сезону. В основные такие посылы. А там на 9 мая что-то планируется массовое, вот типичное для России? Очередное. Кстати, что касается, да, 9 мая, но я хочу напомнить о том, что уже на протяжении последних вот лет массовые мероприятия в Крыму не проводятся, но в информационном плане о том, что пока еще нет полной информации у нас, что там будет парад проходить или марш, там, марш, полк, как он там называется, я сейчас вылетел из головы. Бессмертный полк, да, это называется. Да, бессмертный полк, потому что здесь как раз-таки у них есть, они опасаются о том, что могут произойти какие-то, ну, скажем, может быть, диверсии или, может быть, какие-то действия. Поэтому здесь они больше в информационном плане работают и сопоставляют, я бы сказал бы, ну, скажем, героизм в Отечественной войне, я буду называть их словами, да, мы просто больше говорим сейчас как Вторая мировая война, советских солдат с условным героизмом, потому что, ну, они так преподносят, те, кто являются участниками, так, опять же, как они называют, СВО, и таким образом вот они пытаются сопоставлять вот этот героизм для того, чтобы переносить, скажем, те посылы,
посылы, которые были еще в 1941-1945 годах и последующие годы после победы. И вот здесь вот посылы на сегодняшний день. И в том числе они активно используют, скажем, те же песни, которые используются. «Ты вернись, я там, ты дождись, я вернусь, только ты меня жди». Ну, если помните, да, вот такие строчки. И они это очень эффективно и активно используют. Используют это в школах, используют это по радио, используют это в средствах массовой информации, по телевидению. То есть здесь системно и активно идет такое вот зомбирование, и зомбирование в том, что те, кто принимают участие в СВО, так называемом, они не захватчики, они освободители. Они освободители от украинских нацистов, они освободители от фашизма, они освободители от натовских всяких, скажем, с натовской угрозы. Кстати, хочу сказать о том, что они сейчас пытаются и натовскую, вот, допустим, в Москве, пока в Крыму такого нет, но в Москве, но об этом они активно показывают в Крыму, что сделали выставку, скажем, подбитой натовской техники. То есть мы видим, что такие, кстати, еще один важный момент. Они постоянно демонстрируют и показывают, и пытаются показывать те, скажем, победы маленькие, которые они в связи с захватом украинских территорий, ну, маленьких сел, маленьких населенных пунктов, но они это показывают как большие успешные действия российской армии, и таким образом пытаются продемонстрировать то, что российская армия непобедима, что она подобна советской армии, все-таки ну, условно освободит Украину от нацизма. Вот пока вот такие посылы. И опять же, они связаны с приближающимся 9 мая, и это они умеют делать, и это они делают на самом деле. Ну, вы говорите, что гауляйтеры крымские успокаивают людей, что все будет хорошо, что все под контролем. Но вот много фактов, что во время оккупированном Крыму россияне продолжают возводить все новые фортификационные сооружения, и многие из них вдоль прибрежной полосы. Как думаете, они опасаются, что ВСУ зайдет именно с моря? Они действительно, ну, давайте вернемся к тем природным событиям, которые были еще в ноябре 2023 года. И действительно, те большие штормы, которые произошли, они практически разрушили все те фортификационные объекты и сооружения, которые они создавали на протяжении 2022-2023 годов. И это, в первую очередь, касается западного берега Крыма, южного берега Крыма. И как раз-таки именно эта сторона для них небезопасна, потому что все те, скажем, операции со стороны вооруженных сил Украины, спецслужб Украины, которые проводились и которые нам всем известны из открытых источников, то они проводились именно на западном берегу Крыма. Поэтому вот здесь для них очень, скажем, они пытаются делать все, чтобы действительно обеспечить, скажем, так сказать, оборону и защиту именно западного и западно-южного регионов, побережья Крыма. Ну и тут и люди тоже говорят о том, что те люди, которые имели там бизнес на территории, имеется в виду там сезонный бизнес на территории там Черноморского района, Евпатории, САК, там, где традиционно, например, проходил Казантип, то там просто люди не могут работать, и потому что эти территории закрыты, и это побережье. И это побережье в основном они продолжают укреплять.
Ну, а как-то изменилось поведение оккупантов после того, как произведен был удар по аэродрому в Джанкое? Возможно, как-то усилили ПВО, возможно, к жемчужине своей, к незаконному Керченскому мосту подогнали больше оборонительных каких-то машин? Но то, что они системно перевозят через Крым военную технику, это да. А то, что они системно перевозят личный состав вооруженных сил Российской Федерации и проводят ротацию в Крыму, это да. То, что они системно, скажем, проводят реабилитацию, медицинскую реабилитацию, лечение 300 на территории Крыма, это да. То есть и то, что они усиливают объекты, военные объекты в Крыму, это действительно да. Потому что, ну, скажем так, те удары, которые наносятся, они эффективны. Максимально они пытаются скрыть, потому что, когда мы слушаем украинские средства массовой информации или украинских аналитиков, то мы слышим об одном количестве, там, допустим, ликвидированных военных, ликвидированной военной техники, то со стороны оккупационных средств массовой информации мы слышим то, что там, ну, там пострадало там незначительное какое-то количество, там, если они не могут скрыть информацию о гибели тех или иных военнослужащих российских, то они вынуждены об этом говорить, но опять же эту информацию они максимально, ну, скажем, упрощают и ее минимизируют, потому что уже скрыть невозможно. Но при этом они постоянно и системно говорят о том, что достаточно в Крыму систем ПВО и достаточно в Крыму сил для того, чтобы защитить атаку со стороны Украины. Что касается моста, то действительно они постоянно проводят профилактические досмотры, когда и профилактически они постоянно закрывают проезд через мост, особенно когда происходит какая-либо атака на территории Крыма в целом. И, соответственно, конечно же, они сразу же пытаются отслеживать и задерживать людей, которые снимают взрывы, снимают вот те какие-то вот события, которые происходят в Крыму, связанные с атакой со стороны вооруженных сил Украины. И, соответственно, конечно же, открывают уголовные производства и таким образом постоянно предупреждают, что за съемки и выкладывание в социальных сетях будут серьезные наказания. Поэтому вот здесь, скажем, я бы сказал бы о том, что они продолжают увеличивать объекты военные на территории Крыма. Но, например, то, что они полностью запустили в процесс те еще в горах Крыма объекты, которые еще были созданы во времена Советского Союза, это действительно так. И подъезды для гражданских лиц к подобным объектам практически закрыты. Кроме того, ну, например, они активно разрабатывают территории в предгорье горы Агармыш. Это как раз-таки в районе, вот, ну, скажем, Киров, больше Кировский, Белогорский район. И тут как раз речь идет о том, что они под видом того, что они создают новое там место для утилизации ТБО, на самом деле есть предварительная информация, что они там создают новые объекты для переноса тех военных объектов, которые неоднократно подвергались ударам со стороны вооруженных сил Украины. Ну, например, когда мы говорим о Кировской воинской части, где в том числе есть и военная техника, то есть, по нашим данным, предварительная информация, что они как раз и планируют основную технику перебросить именно на вот эти новые объекты. Поэтому здесь они действительно вкладывают огромный ресурс в то, чтобы обеспечить
логистику для дальнейшего ведения войны против Украины. И с другой стороны, как мы неоднократно говорили, что они будут использовать Крым и в качестве логистики, и в качестве военной базы, и в качестве большого военного госпиталя. В принципе, все эти наши предположения, они подтверждаются, и поэтому сегодня, опять же, возвращаясь к военному госпиталю, то практически все больницы ЦРБ, особенно на севере Крыма, они полностью забиты и заполнены российскими военнослужащими 300-ми. Да, действительно, большой госпиталь и большую базу превращают россияне Крым, но и продолжают терроризировать местное население. Вот хотел вот такую новость обсудить, что российские власти в Крыму сейчас просят в библиотеках убрать с полок книги, где есть упоминания о Голодоморе, об освободительной борьбе украинского народа, о деятельности крымских татар. Вот об этом сообщил Центр национального сопротивления. Это повсеместно такое наблюдается? Как еще они ущемляют права? Ведь все-таки убирать книги с полок об истории, в том числе народов, которые очень давно населяют этот полуостров. Но, скажем так, что в российской идеологической системе и российская идеологическая машина работает одной из важных составляющих в их идеологии. Но мы про русский мир неоднократно слышали, да? Но все-таки они сейчас все больше и больше пытаются героизировать как раз-таки тех политических деятелей, тех людей именно с советского периода. И, конечно же, ну как могут быть книги о Голодоморе, и это же полностью дискредитирует советскую власть, дискредитирует, скажем, советских солдат, советских, скажем, чиновников, которые как раз-таки были причастны и совершали те преступления, которые, скажем, сделали жертвами миллионы украинцев и тотально депортировали весь крымско-татарский народ. Поэтому, если говорить о Голодоморе, то действительно, давайте будем откровенными, еще когда сам Голодомор в самой Украине еще до оккупации Крыма, до войны активно инициировался, то в России не очень хорошо воспринимали этот процесс. И как раз они, было очень много и в те еще времена, и высказываний, и статей со стороны российских политиков, которые негативно относились к этому процессу. Что касается депортации, то действительно они в Крыму полностью, скажем, отказаться о том, что это было преступление, не могут, но при всем том они пытаются продемонстрировать, что это были, что в процессе депортации создавались условия для вывоза людей, и что да, действительно, это было преступление, но не в таких масштабах, которых пытается преподнести крымско-татарский народ. Поэтому вот в первую очередь это зачистка от той литературы, которая является или от тех источников, да, от тех книжек, которые являются альтернативными для их идеологии, и, конечно, нужно зачищать. И я хочу напомнить, что они это начали делать еще с 2014 года, сразу же после оккупации Крыма. И я об этом писал еще и говорил в 2014 году, когда они изымали там и учебники с украинским языком, когда они активно сразу же провели заказ для так званых ученых крымских историков, которые сразу же начали писать новые историографические работы и публиковать, и активно распространять по всему Крыму. Речь идет о таких, скажем, псевдоученых, как Мальгин, который еще в украинские времена, скажем, также работал и вел пророссийскую идеологию. Вот, поэтому здесь этот процесс, он
ну, для нас понятен. Понятно, что этому процессу по-своему нужно противостоять. И слава богу, что есть сейчас еще информационные технологии. Несмотря на то, что они пытаются контролировать, через эти информационные технологии все-таки можно доносить информацию до наших соотечественников для того, чтобы они все-таки понимали, что действия Российской Федерации сегодня – это военное преступление, это преступление против человечности, и что каждый, кто причастный к этим процессам, он будет рано или поздно отвечать за свои преступления. Ну, вот еще один из процессов, которые происходят. Есть интересная статистика, что только 197 детей в аннексированном Крыму в 2023 году имели доступ к обучению на украинском языке. Центр гражданского просвещения Альменда сообщает вот об этом. Они говорят, что только одна школа есть с украинским языком обучения, только один украинский класс в школе вот с российской системой образования. И в то же время говорят, что де-факто обучение на украинском языке не происходит. Вот, а как дети могут изучать языки? Украинский, крымско-татарский. Ну, то есть в Крыму есть хоть какая-то возможность? Вот здесь как раз-таки это может быть одна из форм сопротивлений. А сопротивление, которое как раз-таки, ну, скажем, демонстрирует право на получение образования на родном языке с учетом тех законодательных актов, которые они ввели. То есть здесь вот как раз-таки можно было бы более активно использовать их же законодательство в борьбе с ними. И здесь как раз идет речь не о каком-то там вооруженном сопротивлении и так далее. К чему я это веду? Вот действительно, когда мы говорим про украинскую школу, то действительно в Феодосии есть, и я постоянно говорил, хотя некоторые там пытались говорить, что полностью все было уничтожено на украинском языке, для них демонстративно необходимо и политически важно сохранить или показать хоть какую-то одну школу. И действительно в Феодосии есть такая школа. Хотя действительно 7 школ, которые были на момент оккупации, они практически все были украинских школ, они были все, скажем, переориентированные на общеобразовательные российские школы по российской программе. И поэтому здесь действительно обучение всего лишь до 9 класса, и все настолько так формально. И почему я говорю о борьбе? Вот смотрите, вот здесь никто не мешает активно приносить и подавать заявление о желании обучаться на родном украинском, к примеру, языке, для того, чтобы формировались классы. И да, действительно, вот я вам скажу на примере крымско-татарской ситуации. На момент оккупации было 15 крымско-татарских школ. 16-ю достроили как раз-таки по инициативе, ту школу называли школой 4 президентов, по инициативе Путина, и она появилась в Симферополе. Но при всем том, далее они начали обратный процесс. То есть, когда была попытка закрытия Старокрымской школы и Анновской школы с крымско-татарским языком обучения, тогда реально поднялись и ученики, и родители, и учителя, и не дали закрыть две эти школы. Но, с другой стороны, конечно, на момент оккупации было 384 класса с крымско-татарским языком обучения, а на данный момент осталось около 118. И буквально вот на днях один усилие Грушевка Судакского региона, расформировали еще один класс. Но при всем том, мы системно и постоянно работаем над тем, чтобы родители все-таки шли и пытались подавать заявление об открытии крымско-татарских классов. Теперь вот в такой вот постоянной борьбе. Но действительно, здесь нужно просто работать с людьми, чтобы они не боялись, чтобы пытались подавать такие заявления. К сожалению, ну, может быть, и, ну, к счастью, мы видим процессы, когда они ищут разные формы, когда они просто говорят «нет» или подают заявление, где уже написано, что родной язык – русский язык. Есть такие вещи, но для нас это важно для фиксации, для документации, чтобы мы могли дальше предоставлять уже и международные компетентные органы
которые могут отреагировать на то, что вот действительно вот есть, скажем, косвенная дискриминация или прямая дискриминация и украинцев, и крымских татар. Но при всем том, далее они по крымско-татарскому языку обучению поступили, предприняли следующие процессы. То есть они начали менять статус школ. И вот, допустим, из тех 16 школ, 7 остались школ с крымско-татарским языком обучения, 3 школы с крымско-татарским и русским языком обучения, и другие школы, оставшиеся, получили статус общеобразовательного. Но при всем том, они стали уменьшать за счет крымско-татарского языка, увеличивать, вернее, изучение русского языка. И вот мы видим вот так, вот как они системно вот пытаются... Типичное действие оккупационных войск, действительно, как это в стиле России попытаться навязать свое. Знаете, Искандер, очень примечательно, что мы говорим в такие даты, вот в конце апреля, только в далеком 1918 году, вот Симферополь встречал украинские войска, которые освободили полуостров от большевиков. Очень хочется, чтобы в скором времени такая ситуация повторилась, и могли спокойно дети изучать и украинский язык, и крымско-татарский в свободном Крыму. Спасибо большое, что вы присоединились к нашему эфиру. Эскендер Бариев, председатель правления Крымско-татарского ресурсного центра и член Меджлиса крымско-татарского народа, был на связи с Фридомом. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.